Что имеет год рождения? 24.04.70. Где родились? В Санкт-Петербург. Проживаете здесь, да? Да. Работаете где-нибудь? Нет. Не работаете. Так, знаете, что стало причиной того, что вас задержали сотрудники полиции? Ну да, кражи. Что именно украли и где? Золото в церкви. В церкви. В какой церкви? Ну, я не знаю название ее. Ну, адрес, может быть, знаете. В Московском районе. В Московском районе, да? Что именно украли там? Золото. Сколько, какое? Я не знаю, сколько. Но много золота? Ну, достаточно, да. Там что, цепочки были, кольца? Да, да, цепочки, кольца там. Угу. А с какой целью вообще похитили? С целью хищения. Ну, хотели потом распорядиться, да? Ну, да. Распорядиться, а деньги куда хотели потратить? Не знаю. Просто нужен был заработок, да, да. Дополнительно? Да. Понятно. Понимаете, да, что совершили противоправное нарушение, да. Кражу? Да. Вам стыдно за свой поступок, скажите? Да. Что-либо хотели бы сказать сотрудникам церкви, которые там работают, у которых вы похитили данное имущество? Извинения. Извинения, да? Еще что-либо хотели бы им сказать? Нет. Скажите, ранее были судимы? Да. По какой статье? 158. В каком году? В 20-м. В 20-м. Кража получается, да? Да. Что за кража именно? Чужое имущество. Чужое имущество, да, похитили? Не из церкви, как-то другим способом похитили? Офис. Офис, да? Да. Скрыли, понятно. Вину свою полностью, да, признаете? Да. Раскаиваетесь в содеянном? Да. Что-либо еще хотите сказать, добавить? Нет. Больше ничего, да? Все, стоим ровно. Так, скажите еще, похищенное золото, вы успели куда-либо потратить? Нет. Оно, получается, где находится? При мне. При мне, да? Сотрудники полиции вас с золотом, да, задержали? Да. К сотрудникам полиции имеете какие-либо претензии? Нет. Задержали вас как? Где именно? В центре города. В центре города? Вы шли, что, сдавать золото? На улице задержали. На улице, да? Да. Для вас это стало как неожиданным? Или думали, что сможете все-таки избежать наказания? Не знаю. Не знаете, да, на этот вопрос? Все, спасибо. Задача, да? Да, ну пить и есть. Да, ну, что строится на заднем? На обыск. С кем? Я и куда его? В Крыма. Я понял. Имеются у вас при себе такие?
Что, что? Добытый преступным путем. Ну да. Предоставьте их, пожалуйста. Еще что-то имеется? Все. Поясните, пожалуйста, что это такое? Как у вас казалось? Ну, я не знаю, золото это не золото, но украшения из желтого металла. Как они у вас оказались? Я их похитил в церкви. В какой? Я не знаю, как она называется. Когда это было? Вчера. Вчера похитили в церкви. Да. Название церкви не знаете? Не. Полиэтиленовый пакет. В нем еще один пакет. Открываем. Полный перечень будет вам для ознакомления предоставлен.